Получается, надо хотя бы первую стенку лицевую, то есть... Лицевую — это с самой террасы сделать. Да. А нам придется, чтобы отдельно собирать дом делать сначала, а потом еще террасу, чтобы это скреплять между собой. Можно. Одна голова хорошо, а две лучше, как говорится. В парах ребята продумывают чертежи, лучший проект вырежут на станке с помощью лазера. У Кати и Егора в случае победы получится домик размером 20 на 30 сантиметров. Дом будет, ну, как все сделано из фанеры, так как это модель, так там будут вырезаться мелкие детали, то есть лестницы, окна, балкон, сама крыша. И все впоследствии будет скреплено между собой, не используя клей и другие приспособления. А также можно сделать стекла из пластмассы. А вот ребята помладше цветной пластик превращают в витиеватые узоры с помощью 3D-ручки. Внутри плавит и выходит, ну, такая жидкость. А вот задняя, ну, если, например, ты хочешь поменять цвет, нажимаешь на нее, и она вытаскивается. В соседнем кабинете тем временем школьников знакомят с большой наукой. У вас что получилось в конечном итоге? ДНК из каких клеток? Животных или растений? Из банана. Педагог-наставник объясняет, дети изучают методику выделения ДНК из клеток растений или эпителия человека. ДНК в микроскоп увидите? ДНК у нас по простейшей методике, да, у нас там получается, значит, такой конгломерат, молекулу ДНК вместе с белками-гистонами, они собираются, вот эти все молекулы собираются в сгусток. Мы видим, конечно, сгусток только, да? Вот то, что визуально можно увидеть под микроскопом. Осмотрев каждый кабинет, Алексей Цыденов ответил на вопросы школьников. Какие книги предпочитает, чем увлекался в их возрасте, какое научное открытие впечатлило больше всего и, наконец, как удалось возглавить целую республику. Если свою работу делать качественно и всегда делать чуть-чуть больше, чем от тебя просят, когда от тебя ждут, всегда с таким с искренним подходом, с творчеством, с желанием сделать лучше, тогда в любом случае заметят, и не только тебя заметят, ты сам будешь видеть другие возможности и двигаться по-другому. В Доме научной коллаборации 5 направлений для обучения. Детский университет, малая академия, урок технологии, биологии и курсы повышения квалификации для педагогов. Обучаются здесь более 300 ребят. Вообще обучение у нас проходит не только именно субъект-объектных отношений, как проводятся обычные лекции, возможно, в школе. У нас все проходит именно в проектной деятельности, где дети как раз-таки создают новый вид мышления. Это форсайт мышления, они постоянно создают что-то новое, необычное, как раз-таки создают инновации, которые помогут дальше в будущем для развития нашей республики в целом. В этом году Бурятия стала одним из 15 регионов, где было решено открыть дом научной коллаборации. Его создали на базе Бурятского госуниверситета. На оснащение специально оборудованных кабинетов было направлено более 8 миллионов рублей. Ася Касьянова, Инесса Дондукова, Евгений Павлов. Новости дня.